Я измеряю жизнь количеством друзей, а расстояние тревога и разлук, и оставляя в моем сердце каждый звук, взлетают в небо птицы музыки моей. Следы друзей, как будто ноты на песне, их размывает время вечного прибоя. Они сплетаются в пути с моей судьбой и исчезают, растворяясь вдалеке. Почему листья падают? Почему птицы улетают? Почему все кончается, когда и мгновением нет возврата? Так зачем спешить куда-то мы? Александр Рыбников сегодня аккомпанирует.